Визитная карточка бренда Вустер, милая коллекция, забавная фауна. Моя любимая – это кружка с мопсом, потому что в моем доме живут мопсы. Приветствуем вас на канале Посуда Март. У нас все, что вы хотели узнать о посуде. Тренды, современная технология и вечная классика. Что мы представляем себе при словосочетании «домашний уют»? Конечно же, это мягкий диван или кресло, мягкие оттенки, приятный сладкий запах свежей выпечки и чашечку чая, дымящуюся паром. Чай чаепитие – это само олицетворение уюта, теплоты домашнего очага. Чашка горячего чая вечером может дать ощущение полной гармонии. Представления об уюте, связанные с чаем, пошли еще от семейных домашних чаепитий, когда за столом собирается вся семья и каждый делится новостями. Компания Royal Wooster производит эталонный английский фарфор с 1751 года и является поставщиком королевского двора. Королевский приказ о назначении производитель получил из рук самого Георга III. Путь от маленького заводика в Бристоле до всемирно известного бренда, поставляющего свою продукцию во все страны мира, был тернистым и увлекательным. До 18 века монополией на производство фарфора владел Китай. Жители Британии, как и многих других стран, прилагали максимум усилий, чтобы получить собственный фарфор. Два энтузиаста, доктор Джон Уойл и аптекарь Уильям Дэвис, далекие от гончарного дела, но страстно увлеченные поиском ответа на загадку о фарфоре, в середине 1700-х годов приступили к экспериментам с материалами и процессами. В 1751 году первый вустерский фарфоровый завод начал свою работу. К этому времени была разработана технология производства крепкого, белоснежного, глянцевого, блестящего фарфора, которую все члены сложившейся команды держали в секрете. Даже на фоне отсутствия конкуренции внутри страны завод Вустер установил высокие стандарты качества для выпускаемого фарфора и вскоре стал объектом интереса королевских персон. Статус компании взлетел до небес, когда завод лично посетил король. С тех пор к названию Вустер присоединилось слово «Royal». Аристократы по достоинству оценили изысканность фарфоровой посуды, которая не покрывалась трещинами при соприкосновении с горячим чаем или супом, и изысканную роспись. Сегодня фарфоровая компания входит в состав концерна Portmerier Group, и ее производственные мощности расположены не только в Великобритании, но и в других странах. Фарфор Вустер сохранил высокое звание королевского фарфора. Визитная карточка бренда Вустер – милая коллекция, забавная фауна. Забавная фауна – это кружки, тарелки, вазы, термокружки и другая кухонная посуда из эфирного костяного фарфора Royal Wooster, украшенная рисунками художницы Ханны Дейл. На посуде в тематике забавной фауны изображены животные английского графства Линкольншир. Например, моя любимая – это кружка с мопсом, потому что в моем доме живут мопсы. Акварельные зайцы и белки, олени и лисицы, утки и мыши прелестные, наполнены индивидуальностью. Ханна Дейл сделала рисунки воздушными, а героев пушистыми. В результате они стали невероятно реалистичными. Вы заметите сами, когда будете пить чай с вишневым пирогом на собственной кухне и вдруг представите, что находитесь в типичной английской деревне. А на сегодня это все новости из мира посуды. Пусть в вашей жизни всегда будет гармония и уют. Не забывайте подписываться, ставить лайки, звонить в колокольчик и обязательно пишите мне ваши комментарии. Уникальную посуду для решения любой кулинарной задачи можно заказать в интернет-магазине «Посуда Март». Или прийти, подержать в руках и лично проверить качество посуды в нашем магазине «Посуда Март». Адрес магазина в описании ролика. До новых встреч и обязательно смотрите наши ролики.